Всем привет, ребят! С вами, как всегда, я, Ксюша, и вот мы приехали в лагерь, сейчас снимаю, и не обращайте внимания, если я буду смотреть вниз, у меня тут на телефоне просто тоже снимается. Ну и, в общем, мы уже в корпусе, заселились сейчас, и там ходят люди, немного как-то... Там вожатая вроде бы прошла, и мне немного как-то стремновато снимать, потому что все так смотрят еще на тебя. Вот. Сейчас я в четвертом отряде, в первом корпусе, но в том году я была во втором подъезде, а в этом году в первом. Не знаю почему, но во втором подъезде мне все-таки нравилось больше. Вот, сейчас, ну как, уже были в столовой, разобрали все вещи, перезнакомились с девочками. Ну и всем привет опять, со мной Лера. Она была в тех моих выпусках, когда я выпускала видео про лагерь. И сейчас мы собираемся на первую дискотеку в лагере. Вам это видео очень понравилось, на нем было очень много просмотров, поэтому я вам также решила заснять. Но единственное, что не радует, это погода. Там очень холодно, вот даже в таких кофтах будет холодно. Ну а сейчас мы уже собираемся, выдвигаемся и пойдем на дискотеку. В общем, ребята, вот мы и пошли на дискотеку вместе с Лерой. Как я говорила, уже не обращайте внимания, что я смотрю иногда вниз, потому что у меня тут телефон, и на телефоне отображается, ну, изображение, которое показывается на камере. Вот, сейчас мы с Лерой идем на дискотеку, и она уже, в принципе, началась. Мы немного опоздали, но это ничего. И, в общем, как вы ждали, я засниму вам первую дискотеку. А еще очень... Скажи, зачем нужны нам эти люди? Мы никому об этом не расскажем. Радости спутать надо поле никогда. Мы сейчас разберемся. Где будет музыка, музыка? Тебя люблю, как ты слышишь, как смерть. Никуда мы с тобою не сказала, ну точнее еще не договорила, было печально в этот раз, что нас на 15 минут с дискотеки забрали раньше из-за плохой погоды, потому что у нас очень мало градусов, очень холодно, я вот в теплой куртке и реально холодно на улице, и из-за этого нас на 15 минут раньше загнали в корпус. Но еще вот минус единственный, пока я вижу, это погода. Ну и второй минус. А нет, я выделю, наверное, три все-таки минуса. Первый — это погода, второй минус — это
здесь не ловит вообще никакой интернет. То есть, если что-то поймаю, то я, может быть, смогу вам отвечать на ваши сообщения мне в YouTube, ну, на ваши комментарии и так далее. Если долго не отвечаю, то это значит, что интернета нет, и я не могу как-то выйти. Но так я вот пока, если честно, не зашла еще в интернет, не смогла зайти. Следующее. Это почти нет розеток. Есть одна у вожатской и одна в коридоре. Все, и делите эти розетки как хотите. Вот это единственное минусы. Ну и я думаю, что на этом все. В принципе, можно заканчивать это видео. Вот такое вот оно получилось. Ну а с вами, как всегда, была Ксюша. И всем пока. Давай. В общем, на дворе 2 июня, а у нас идет снег. И очень-очень холодно. Вот девочка в пледе идет. Девочка!